Очередной, четвертый видеоотчет с открытого первенства Приволжского федерального округа по настольному теннису среди ветеранов. Республика Мари-Эл, Йошкар-Ала, 15-17 апреля 2022 года. Смотрим финальный матч среди пар 60-64 года. С левой стороны по отношению к нам сейчас играет Важа Цхвырбадзе. Он к нам поближе. И Сергей Воробьев. Он, соответственно, подальше. В синих шортах. Справа Виктор Шепелев. Он в черной тенниске с желтым верхом. И Евгений Кацеленбоген. Он во всем черном. Несколько слов об игроках. Важа Цхвырбадзе. Тверь. 1962 года рождения. Рейтинг на турнире 567. В личке 60-64 года у него первое место и золотая медаль. Его напарник Сергей Воробьев из Москвы. Он 1961 года рождения, рейтинг 794. На первенце стал бронзовым в личке. Переходим ко второй паре. Виктор Шепелев, Самара. Рейтинг 671. Его особенность – очень хорошо играет в парах. Кстати, для этого тоже надо обладать нужными качествами, не только мастерством, но и надежностью, хладнокровием, чувством локтя партнера. Его напарник Евгений Кацеленбоген, Екатеринбург. Рейтинг 839. Он 1961 года рождения. На этом первенстве он собрал все золото, которое только было можно. И в личке 60-64 года, и в миксте 30-59 лет, и в гандикапе. Про пары пока не говорю, а то будет не так интересно смотреть. Как говорится, зачем он в наш колхоз приехал, зачем нарушил наш покой. И еще одно первое место он занял по юмору. Впрочем, как и всегда. И в завершении о спортивном мастерстве каждого из участников этой встречи. Об этом говорит тот факт, что каждый из них по нескольку раз был призером чемпионатов России по настольному теннису среди ветеранов. Вот такой сильный состав игроков. Смотрим матч. Сирокина Поповцева Летала, 112.
Вот молодец. Умница. Она нечего.